Всем привет! У меня в руках интересный двигатель. Это по размерам он как 168 двигатель, но имеет мощность 13 лошадей. Это заводской двигатель, доработанный в условиях завода. Внешне у него имеется другая крышка со стороны двигателя, со стороны выходного вала, имеет масляный щуп, заливное отверстие заглушено, оно глухое, и имеется выход проводов с катушки, с катушек зажигания и генератора. Вот в таком виде. Мне на этом двигателе уже удалось поездить. И только положительное впечатление. Очень резвый, приемистый, легкий. То есть удельная мощность на килограмм веса у него выше, чем у обычного двигателя. У стандартного. При том же объеме. Маркировка двигателя 168 2D. Такой двигатель ставится на канадский или американский, не помню уже, аппарат гусеничный типа Шрёдер. Стоимость этого двигателя примерно в 2 раза выше, чем стандартный двигатель. Вот. Больше всего интересует ресурс данного двигателя при такой увеличенной мощности. Сколько он проходит, это все мы будем тестить. Гораздо больше изменений этот двигатель имеет внутри. Я уже его разбирал и могу сказать, что отличается он значительно от штатного двигателя. В частности, клапана увеличена толщина металла на всех деталях клапанного механизма. Также коленвал имеет дополнительное отверстие для прокачки масла. Шатун, поршень отличается. Поршень облегченный, шатун усиленный и имеет вкладыши. Вращается на вкладышах. Клапана увеличенного диаметра. И камера сгорания уменьшена, то есть увеличена степень сжатия по отношению к штатному стандартному мотору. Карбюратор ставится мотоциклетный. Карбюратор в комплекте не идет, но можно приобрести любой подходящий. Ну, как нам сказали, что сюда можно карбюратор ставить с двигателя 200-250 кубиков. Подойдет, в принципе, любой. В комплекте, как обычно, идет у него свечной ключ, сапун, регулятор напряжения, модуль зажигания постоянного тока, удлинитель сливного отверстия, картера на всякий случай и катушка зажигания. В данный момент этот двигатель у меня стоит на самодельном снегоходе. Вес снегохода примерно 90 килограмм. С этим мотором он очень резво ездит. Все работает. Очень мне нравится этот мотор.
Работает этот двигатель у меня совместно с вариатором типа Forward, который устанавливается на Мухтар 7-15 года. В принципе, такую мощность ремень вариатор держит, греется не так уж сильно. Ремень стоит от Динго Т-150. Глушитель от стандартного двигателя 168.